Здравствуйте, товарищи, дорогие участники, посредственные, а также удаленные. А большинство и так было удаленным, без всякого коронавируса, потому что в занятиях кружка просмотров этих занятий принимает участие намного больше людей, чем непосредственно присутствовало на занятиях. Значит, поэтому для нас вопрос об этом самом коронавирусе не такой страшный. Мы как двигались вперед, так и будем двигаться. Тем более, что у нас осталось в этом учебном году, 2019-2020, еще одно занятие. Оно должно пройти 26 числа. И мы надеемся, что вот сегодняшняя запись выйдет или накануне, или 26 мая. На этом мы занятие в этом году учебным прерываем, для того, чтобы в октябре, предположительно, также во второй вторник октября продолжить занятие кружка любителей гегелевской диалектики. В руках у меня второй том науки логики, который называется «Субъективная логика». Это одновременно третья книга науки логики. А в третьей книге что имеется? Имеется учение о понятии. Ну и соотношение книг такое, что учение и о бытии, учение о сущности составляет объективную логику. Раз они составляют объективную логику, то вот это вот как бы отражение или рассмотрение тех понятий, в которых отражается объективный мир. Ну раз то, согласно Гегелю, объективный мир, независимо от того, кто его создал, если Гегель считает, его создала абсолютная идея, а материалисты считают, что, так сказать, он извечно был, этот объективный мир, то там, с точки зрения движения категорий, последовательности понятий, разделов, глав, там особенных разногласий не было между, так сказать, Гегелем-идеалистом и нами-материалистами, и мы следовали тому совету, который дал Ленин в своем конспекте «Науки логики Гегеля», что надо читать Гегеля материалистически. Вот он читает. Я читаю Гегеля материалистически, говорил Ленин. Что надо читать и истолковывать. И в другой работе, которая нам всем известна, о значении воинствующего материализма, она поставлена вот в этой книге в качестве своего предисловия. Книги, я имею в виду, только в самой первой в науке логики. Там тоже говорится, что если мы не хотим пасть перед натиском реакции лжи, мы должны стать друзьями гегелевской диалектики, и это нам позволит победить мрак, реакцию и ложь. Вот поэтому наши занятия, несмотря на их некоторую сложность, я думаю, что все великое, оно обычно непростое, великое – это сложное, а сложное – сложное из простых. Поэтому можно добираться до этого сложного, но для этого не надо где-то бросать по дороге какие-то категории или какие-то ступеньки, на них подниматься, карабкаться. И руководствоваться тем, что писал Маркс, что в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. И вот тут-то, вот, когда мы пришли вот к этой книге, вот тут эти, так сказать, кручи, которые казались нам ранее, уже не кажутся нам такими крутыми кручами, потому что здесь менее понятное изложение и трудно идет восприятие. Почему? По нескольким сразу причинам. Ну, во-первых, это уже третья книга. То есть это, все это опирается на то, чтобы мы владели предыдущим материалом. Это раз. Во-вторых, вступает в действие то противоречие, которое существует между материалистами и идеалистами. Гегель, несмотря на все свое величие, является идеалистом. И как идеалист он и поступает в этой книге. Он начинает понятие прямо с субъективного, а к этому субъективному приводит его по существу вот это субъективное
само превращается потом в объективное. Вот что у него получается. То есть у него объективная логика развития мира в данном случае искажена или даже извращена на противоположную. На самом деле, на чем остановился Гегель, закончив первый том, то есть учение о бытии, учение о сущности. Начинали мы с учения о бытии, с непосредственного, затем сущность есть его отрицание, а отрицание сущности, которое происходит в результате движения сущности, это есть возвращение к бытию, но уже как обогащенному всеми теми категориями, которые есть в сущности. То есть итог первого тома – это бытие, но такое бытие, через которое просвечивает сущность. Ну а в сущности, как известно, есть и бытие первоначальное, простое, непосредственное. Так что вот, так сказать, тот объективный мир, который нам дан. Казалось бы, после этого должно быть изучение с точки зрения материалистов, движение этого объективного мира и возвышение его до чего? До такого животного, которое обладает свойством этот мир отражать, то есть до понятия, понятия. Вот тогда и появляется понятие. В принципе, с формальной точки зрения, когда называется тома, можно ведь назвать учение о понятии, или в том случае, когда там начинается прямо с понятия, или можно назвать учение понятия тогда, когда понятием завершается. Правильно? То есть, вот скажем, если мы раскрыли полностью все, вот мы тем самым раскрыли учение понятий. Ну вот в данном случае мы решили с вами уже, двигаемся уже не первое занятие, по другой логике построения основных здесь разделов. Первый раздел мы взяли не субъективность, как Гегель, потому что она разрывает всю структуру и никак не вытекает эта субъективность из снятия сущности и возвращения к бытию, потому что мы должны начинать с того, чем мы закончили. А Гегель начинает не с того, чем он закончил первый том, а с того, к чему вроде как опять нужно приходить. Поэтому структура книги, чтобы ее рассматривать материалистически, или структура изучения этой книги такова. Сначала мы изучаем первый отдел объективности. Здесь такие главы, как механизм, химизм, и третья глава жизни, которая берется из другого места. Второй отдел субъективность, а здесь первый раздел понятия. Первая глава понятия, вторая глава суждения и третья умозаключений. И третий отдел, то есть то, что идет впереди, до чего мы еще не дошли, это идея. Первое – это телеология. Вторая глава – идея. И третья глава – абсолютная идея. И тогда появляется в третьем отделе та троичность, которую так любит Гегель, и которая вдруг у него не оказалась в третьем отделе. Не оказалось у него потому, что он телеологию, то есть постановку, реализацию целей, он ее куда-то поместил в раздел, не относящийся к понятию по существу, к идее. Ну вот, значит, мы с вами закончили рассмотрение вот этого первого отдела. То есть объективность, мы рассмотрели механизм, химизм, жизнь. И жизнь по существу надо понимать не только в том ключе и в той форме, в которой она дана у Гегеля, а и в том виде, в какой понимает жизнь современная наука и ее происхождение. С этой точки зрения нам особо важна диалектика природы Энгельса. Вот тот, кто читает науку логики Гегеля и хочет с кем-то пообщаться, кто тоже читал. Есть две такие хорошие возможности. Есть переписка Маркса и Энгельса. И вот эта переписка Маркса и Энгельса, которая в собрании сочинений Маркса и Энгельса, она крутится вся вокруг того, что бы сказал старик Гегель по этому поводу.
по поводу, когда рассматриваются какие-то общественные или природные явления, которые становятся предметом внимания Маркса и Энгельса. А есть такая замечательная книга, которую, благодаря, видимо, Никите Хрущеву, при котором издавалось полное собрание сочинений, она вот такой толщины. И вот эта книга называется «Ленин. Конспект переписки Маркса и Энгельса». Маркса и Энгельса. Такой же толщины, как обычные тома Ленина. Вот такой конспект переписки Маркса и Энгельса. Это вся переписка, вся вращается, вся она связана с наукой логики Гегеля и материалистическим истолкованием этой работы. Поэтому, когда некоторые думают, что Ленин просто сидел и изучал науку логики Гегеля, ее материалистически истолковывал в одиночестве, это не так. Он ее материалистически истолковывал, опираясь на, в том числе, на всю переписку Маркса и Энгельса, на разработанную им теорию диалектического и исторического материализма, ну и особенно на работу Энгельса «Диалектика природы», в той части, в какой это касается, вот раздела «Жизнь», в той части, в которой это касается природы. Если вы читали «Диалектику природы» Энгельса, у вас это чтение вызывает смешанное чувство. Если вы это читали до того, как прочитали Гегеля, это смешанное чувство вполне оправдано. То есть вы читаете как бы комментарии Энгельса к науке логики по тем вопросам, которые затронуты в науке логики. И поэтому эти комментарии, они сами между собой не очень связаны, а они связаны тем, что они все эти комментарии как раз к тому, что сказал по этому поводу Гегель. Но есть одна работа в самом этом произведении Энгельса, «Диалектика природы», которая называется «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», которая занимает ключевое место. Вот если Гегель обрывает рассмотрение жизни просто на том, что есть вот природная жизнь, и есть жизнь живых существ, в том числе животных, то у Энгельс доводит это вот рассмотрение жизни до создания, до возникновения человека. И если вы будете читать эту работу «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», это то, на чем мы остановились. И я прошу всех изучения вот той темы, с которой мы сегодня имеем дело, начать, собственно, с этого, прочитать этого Энгельса. Потому что этим завершается раздел «Жизнь», который у Гегеля не полон, и он и не мог быть полон на том этапе развития биологии, на том этапе развития науки о происхождении человека, какой тогда был. И там Энгельс показывает, что человек – это существо, это животное общественное, во-первых. Во-вторых, трудящееся. А трудящееся – это животное, которое ставит цели и их реализует. Правильно? Они просто инстинктивно что-то строят, что-то лепят и так далее. Как ласточки лепят гнезда. Вот. Это, то есть, человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее. Поскольку в процессе труда люди нуждаются во взаимодействии, а взаимодействие предполагает сначала подачу знаков, а потом и дальнейшее развитие общения друг с другом, передача сигналов, знаний, данных и так далее. Вот. И разумное. И разумное. А что такое разумное? Разумное – это значит способное отражать мир, ставить перед собой цели и преобразовывать тот мир, который есть, включая самого себя. Итого, человек есть общественное животное, говорящее, трудящееся и разумное. Вот этим, можно считать, завершается рассмотрение проблемы жизни, и мы переходим к чему? Вот к рассмотрению этого самого человека, на котором заканчивается раздел или глава «Жизнь». Ну, поскольку ее не довел Гегель до человека и не мог довести, то вот, а мы живем в такое время, все-таки мы чуть-чуть позднее, чем Гегель живем. Гегель написал эту книгу в 1800,
в 1812 году, а мы в 2020 году. Поэтому, как вы понимаете, прошло более 200 лет, и знания человеческие расширились и углубились. И вот начать, следовательно, следующий раздел представляется возможным. Какой? Ну, тот раздел, который будет изучать то, чем человек отличается от животных самых, так сказать, высших и разумных. То есть, раз мы уже рассмотрели вопрос о том, что это говорящие животные и разумные животные, человек, то вот разум, а этот разум и мышление проявляется обязательно в форме мысли. И Гегель вот в этом произведении неоднократно подчеркивает, что во все, что человек сделал своим, проник язык. Нет, вы ничего не можете передать другому человеку, поскольку язык – это явление общественное, пока вы это не сформулируете в словах. И поэтому такого рода выражения вроде «ну ты ж понимаешь», это вот как раз попытка уйти от этой передачи мысли. Дескать, я выразить никак не могу выразить во всеобщей форме, потому что понятие предполагает это выражение во всеобщей форме того, что я собираюсь передать, той форме, которая может быть воспринята любым другим человеком, который этот язык изучил. Вот. И если я от этого отказываюсь, ты же понимаешь, все это сводится к тому, что один другому говорит, ты же понимаешь, а другой отвечает, ну ты же понимаешь, и никакого понятия тут нет. То есть вопрос о понимании – это вопрос о выражении мыслей с помощью языка, в том числе и тех мыслей, которые связаны с преобразованием идей. Отсюда и разделение вот всей завершающей части науки логики. Сначала мы будем рассматривать субъективность, поскольку речь идет о человеке, который обладает уже сознанием, обладает разумом. Вот мы эту субъективность должны рассмотреть, то есть рассмотреть то, что собой представляет понятия человеческие, в которых он и постигает мир, в том числе и самого себя, и которые ему нужны для преобразования мира. И тогда в третьем отделе идет уже переход к тому, что вопрос состоит не просто в том, чтобы отражать мир, потому что мир отражает очень хорошо даже такие, так сказать, некоторые объекты природы. Как вы думаете, вот есть тихую погоду, море. Море прекрасно отражает ночью звезды, днем солнце отражает, облака, полет чаек, причем очень точно отражает. Наверное, вы знаете, что во всяком зеркале, то, что было правое, оно есть левое. Если у вас значок на правой стороне, то в зеркале оно будет на левой. Поэтому уже это отражение не совпадает в точности с тем, что отражается, но точно так же хорошо отражается и в глазах человека. Тоже все, наверное, знают, что если посмотреть на сетчатки глаза, как, так сказать, выглядит мир, то тоже все в перевернутом виде. Но поскольку мозг все-таки существует для того, чтобы сопоставлять то, что вот человек видит, с тем, что есть на самом деле, постепенно в голове все становится на место, и человек видит все не перевернуто. И наоборот, если он будет носить очки неделю или там две недели с перевернутыми стеклами, то когда он их снимет, первое время, то есть, во-первых, когда он наденет и будет носить, через некоторое время он уже будет спокойно воспринимать мир так, как будто он вообще не перевернут этими очками. И наоборот, когда снимет очки, то он будет опять видеть все перевернутым, так, как было у младенца. Вот эти эксперименты показывают, что рассматривать отражение человеком мира просто как отражение в глазах или как просто, так сказать, это отражение какими-то органами чувств, это недостаточно. Нельзя это отделять, это отражение от деятельности мозга. И поэтому речь идет об отражении разумом или в разуме. То есть речь идет об отражении мозгу человека. В связи с этим я должен еще назвать какую-то книгу, которую обязательно нужно прочитать, раз уж мы перешли вот к разделу о субъективности, который у Гегеля стоит первым, а мы его будем разбирать вторым, потому что место его на второе. Место его после того, как мы дошли до человека, вот, двигаясь по
ступеням объективности, механизм, химизм, жизнь, добрались, и вот теперь надо бы сформулировать, что такое сознание. У Гегеля это не сформулировано. Где это сформулировано? Наиболее ярко и наиболее полно, наиболее прозрачно и наиболее популярно это сформулировано в книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Поэтому всем участникам нашего кружка задание на лето изучить книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Это 8-й том или 18-й, забыл, найдете. Это, значит, этому посвящен целый томик «Материализм и эмпириокритицизм». И надо будет там, в этом произведении, ознакомиться с определением сознания. Сознание, говорит Ленин, это не рядоположное, там, скажем, с телом, с материальным выражением человека, а это есть свойство высокоорганизованной материи, свойство человеческого мозга, отражать материю, в том числе и самого человека. Хотя, и об этом тоже Ленин пишет в этом произведении «Материализм и эмпириокритицизм», хотя было такое время, когда некоторые философы, и имена их известны, это Бюхнер, Фокт и Малишот, думали, что мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь. То есть это, вот, так сказать, материальные выделения нашего мозга. И, так сказать, где-то тут суперматериализм был, то есть как бы и мысль уже материалистична. Нет, мысль это есть свойство высокоорганизованной материи. Точно так же, как если вы о себе говорите и знаете, что у вас есть определенный вес. Вес это не еще один какой-то элемент ваш. Вес это просто характеристика вашего тела. А рост? Рост это он не что-то, что есть рядом с вами. Есть я, а есть мой рост. Нету никакого тут удвоения. Рост – это характеристика человека. Ну и другие там его параметры, какие могут быть. Там температура человека – это вовсе не отдельная какая-то сущность, которая присутствует рядом с ним. А это человек с такой-то температурой. Так вот, сознание – это свойство высокоорганизованной материи отражать мир. А как отражает мир человек? Мир отражает человек в понятиях. И вот наиболее полное рассмотрение того, и наиболее содержательное рассмотрение того, а что такое понятие, в которых отражается человеком мир, содержится как раз вот в разделе «Субъективность» у Гегеля, который мы ставим вторым, и в силу того, что это очень сложный раздел, и в силу того, что субъективность начинается после того, как объективность проделала определенный путь от такого бытия, через которое просвечивает сущность, и перешла к понятию. И вот в этом самом понятии, или объективность этих понятий, состоит в том, что тут тоже в понятии отражается бытие, через которое просвечивает сущность. То есть в понятии как бы продолжается та логическая линия, которая, казалось бы, прервалась на период, пока материя вырастет, дорастет до человека, имеющего разум и способного отразить свое собственное движение и движение материи. Так вот, поскольку отражать приходится бытие, через которое просвечивает сущность, то характеристика понятия, прежде всего, в том, что оно отражает вот как раз такое бытие, через которое просвечивает сущность. И без углубления в сущности, собственно говоря, понятий нету. Хотя это уже, поскольку мы к этому приходим через субстанциальность, поэтому, значит, Гегель употребляет еще и субстанциальный подход, то есть то внутреннее, что есть вот в этом самом бытии, через которое просвечивает сущность, выступает как действительное на поверхности. И вот это вот действительное и выражается в понятиях. Почему понятие столь имеет огромное значение? Потому что понятие, каждое понятие является отражением не одного какого-то предмета,
а отражением всеобщего. То есть предмет берется не как один конкретный единичный предмет, а такой единичный предмет, через который просвечивает всеобщее, то есть сущность. Вот поэтому, с одной стороны, казалось бы, дескать, всегда понятие не полно, не точно, не совсем совпадает с объектом, а с другой стороны, никогда никакой объект полностью не совпадает с сущностью этого объекта, правильно? Возьмите яблоко. Яблоко может быть с щербинкой, яблоко может быть неровное, яблоко может быть с какой-то точкой, яблоко может быть искривленное и так далее. А когда вы берете понятие яблока, то это яблоко не это, вроде бы, а яблоко вообще, но в то же время и это яблоко. Правильно? Это яблоко. Что за яблоко? Поэтому вот Гегель применяет свою теорию, вот эту трехступенчатую логику, для того, чтобы показать, как устроены и понятия. В понятии тоже происходит следующее. Есть всеобщее. Ну вот на примере яблока. Яблоко. Вы же не можете съесть вообще какое-то яблоко. Вы съедаете всегда конкретное яблоко. Но любое конкретное яблоко – это яблоко. То есть вы можете съесть яблоко? Можете. А вы можете съесть яблоко, которое бы не было конкретным? Не можете. Так вы все-таки яблоко съели, не именно только это, а вообще яблоко вы съели, да? Вы яблоки кушаете, кушают и так далее. То есть, когда речь идет о двух, так сказать, понятиях всеобщее и, или о двух моментах понятия всеобщее и единичное, то получается, что единичное – это то же самое всеобщее, но конкретное. А это самое всеобщее, оно вроде выступает как абстрактное, но тоже такое абстрактное, которое проявляется во всех в единичных. То есть, когда говорит уже Гегель о различии всеобщего и единичного, их не надо рассматривать как два, хотя бы но два отдельных объекта. Это не два отдельных объекта. Это одно и то же понятие, которое выступает и как всеобщее. Любое яблоко конкретно – это яблоко общее. И наоборот, любое всеобщее яблоко, когда вы говорите, оно всегда какое-то, оно всегда имеет какую-то форму. Нет такого яблока, которое было яблоком вообще. Не растут яблоки вообще. А вообще растут яблоки. То есть, на самом деле, вот эта рядоположенность, которая бывает, рассматривается на личном бытии, когда есть несколько конечных, которые имеют границу, и вы их целый цепь можете настроить, этих конечных, у вас эти не ящики яблок, и чемоданы яблок и так далее, и это совсем не то. Здесь соотношение между яблоком как всеобщим и яблоком как конкретным яблоком, которое вы вот взяли в руки и сейчас кушаете. Более того, есть еще и понятие особенное. Ну, яблоки, вот это сейчас, правда, стало так ближе к диалектике Гегеля. Вот у нас рядом есть магазин, и хорошие стали груши продавать. Все никак продавали груши каменные, и если они лежат на окне, они станут просто вообще несъедобными. А тут вдруг привезли груши очень хорошие, и такие желто-зеленые, и красные особенно хорошие, вкусные. Они очень быстро дозревают. А сейчас время какое же? Сейчас уже весна. То ли их привезли, так сказать, еще где-то они лежали. И осенью. То ли их, может быть, привезли из Аргентины, где сейчас, когда у нас зима, там лето. Во всяком случае, вот эти груши замечательные. И как их спрашивают на кассе, а что это за груша? Я говорю, я не знаю. Она там кассирша говорит, эй, это что там, груша, как написано? Груша красная. Ну, представляете, вот теперь сорта. Яблоко зеленые, груша красная. То есть элементарное вообще понимание о том, что есть разные сорта яблок и, соответственно, разные сорта груш. Да, там есть пакхам, там есть конференция и так далее. Все, конференция это зеленая. Пакхам это, наверное, желтая. А это вот красная, а как она называется? Я бы хотел знать, как называется этот сорт. Это же сорт. Это выводили люди. Причем
Может, столетиями, а может, тысячелетиями. Такие груши сразу были. Были маленькие игрушки и так далее. Знаете, есть эти небольшие, бывают и вкусные, но маленькие груши. Так вот, груши определенного сорта, как это вот назвать? Это, с одной стороны, всеобщее, но с определенностью. А что такое всеобщее с определенностью? Определенность мы уже с вами знаем. Это отрицание. Вот эта определенность подвергнута отрицанию. Но она не так подвергнута отрицанию, что какая-то другая стоит груша. А эта же самая груша, вот вы взяли грушу, она, во-первых, груша. Это всеобщее. Во-вторых, она с определенностью. То есть, ну что сказать, пакхам. А в-третьих, не вообще вы кушаете пакхам грушу, а грушите вот конкретный индивидуальный экземпляр этой груши. Это единичная. Вы тут три груши видите или одну? Одну. То есть понятие имеет в себе три нераздельных момента. Всякое понятие. Это А. Всеобщее. Б. Особенное. И В. Единичное. Ну вот я не знаю, какой раз читаю эту третью книгу науки логики. Вот, и читаю, я ее снова перечитал, имея в виду, что мне это мне еще и рассказывать надо. Одно дело, как бы я сам себе говорю, что да, я понимаю. Одно дело сказать, что я понимаю, а другое дело рассказать, то есть выразить в понятиях. На самом деле Гегель однозначно говорит, что понять, значит, выразить в понятиях. Поэтому, конечно, вот тот, кто изучает, должен приучать себя к тому, не только к тому, что вы впитываете как губка. Ну вот представляете, губка впитывает какую-то жидкость. И что дальше будет? Ну и будет наполнена эта жидкость. И все. А надо, чтобы, так сказать, это вот вы могли выдавать, мы могли выдавать. Все участники кружка должны людям, вы, как бы сказать, люди грамотные, обученные в кружках занимались годами. Ну и можете вы объяснить, что же такое всеобщее, что такое особенное, что такое единичное. Так вот, первое, что вы должны объяснить, что это ни в коем случае не три разных объекта. И не три разделенных границами конечных. А это одно понятие. И вот, когда мы говорим, что понятие в каком-то смысле выше, чем объект объективного мира, а любой объект, который вы берете, ну вот любую грушу, которую вы найдете на земле, на каком-то дереве, эта груша будет единичная. А вы должны, имея дело с единичными грушами, все-таки с помощью разума подняться до понимания того, а какие бывают вообще груши еще, через особенные, на эту ступеньку зайти, какие бывают виды этих груш. И, наконец, подняться до рода, что это вот груша. И вот этих груш много самых разных, а вот род один груши, и поэтому это вот как бы родовое в этом смысле понятие, то есть всеобщее понимание, понятие, это не просто то, что у нас есть в голове, оно отражает как раз единство бытия и сущности. Вот у Гегеля, ну, поскольку я больше всего в подготовке сидел и думал, как это рассказать, я искал такие яркие формулировки, которые можно было бы воспроизвести. Вот в одном месте Гегель пишет, что понятие – это высказанное единство бытия и сущности. Вот если это единство бытия и сущности, это что? Это, так сказать, вот то, на чем закончилось учение о сущности. Что сущность, в ней шло движение, восстановление бытия, это началось, это существование, которое на основании имеет место, а потом явление, которое на основе закона, потом действительность, субстанция, и вот вы получили бытие, через которое просвечивает сущность. Ну а понятие? А понятие – это длинная дорога до понятия. Надо, чтобы на земле появились живые существа, чтобы эта вот жизнь доразвилась до человека, чтобы этот человек, как животное общественное, трудящееся, говорящее, разумное, развил свой язык до того, что у него в языке появились соответствующие инструменты, понятия,
И вот тогда только можно понять тот мир, в котором живет человек. Только тогда можно отражать этот мир в понятиях, то есть отражать научно, а не просто его постигать, как говорится, ну, когда вы трогаете что-нибудь в мире, рвете цветок, или, значит, пытаетесь выбраться из пещеры, и пытаетесь найти хоть какой-нибудь лучик солнца, может быть, где-нибудь что-нибудь пробивается, вы тоже постигаете мир. Вот как известно в известной шутке, одни подвипыши гражданин около театральной тумбы ходил, и, значит, поскольку он все, сколько он не ходил, он все время, значит, руки у него к ним, к этой тумбе, были как бы приложены, он несколько раз обошел и говорит, ну все, я замуровали, сволочи. Поскольку он, так сказать, то, что здесь движение вокруг, он не понял, а ему казалось, что он ходит в круглой комнате, и, так сказать, его замуровали. Ну, мы знаем и известную притчу про то, как слепые подошли к слону, и тот, кто схватил за хвост, решил, что слон похож на змею. Тот, кто как сбоку подошел, решил, что он на стену похож. Вот. Ну, а те, кто схватились за хобот, перепугались. Все это, так сказать, что-то огромное, это что-то похоже на какого-то питона и так далее. То есть все зависит от того, с какой стороны вы подошли. А вот чтобы взять это целое, как целое? И это целое должно быть взято со своими моментами, о которых мы уже говорили. А какие моменты в понятии? Всеобщее, особенное и единичное. Это что значит? Это значит, что если вы рассматриваете всеобщее, особенное и единичное, их нельзя рядом положить. Всеобщее всегда это какое-нибудь особенное, а особенное всегда это какое-то еще единичное. То есть вы их можете, конечно, вырвать из контекста, вырвать из жизни, но в понятии они неразделимы. Нельзя сказать, что это отдельно вот всеобщее, а это отдельно особенное. Не бывает такого всеобщее, которое было без особенного, даже без различия, с чего вы тут начинаете. Ну, схватите за единичное. Единичное – это всегда какого-то сорта или рода объект. То есть это особенное, это первое. То есть это отрицание единичности. Отрицание единичности есть особенность. Ну, особое единичное. Но это единичное, но особое. А если отвлечься от всех этих особенностей, то есть еще одно отрицание, так тогда вы возвращаетесь уже как бы снова к этому же предмету. Раз вы отрицаете отрицание, отрицание, отрицание – это же возвращение, но уже возвращаетесь не к единичному, а к какому? К всеобщему. То есть вот вы тогда добрались до того, а что собой представляет этот объект как всеобщее. То есть если вы ели яблоко и хрустели, и одновременно размышляли, то вот вы дохрустели и доразмышляли до того, что вот это конкретное яблоко, во-первых, Антоновка, а во-вторых, это первое отрицание, а во-вторых, это яблоко вообще. Но бывают и другие яблоки, и это тоже яблоко. И пример с яблоком, он уже не раз сослужил большую службу науке, потому что, вот, говорят, Ньютон спал под яблони, и вот на него упало это яблоко, и он тогда открыл закон Ньютона. А все остальные, которые тоже спали под яблонями, ничего не могли открыть. Так что, ну, конечно, недостаточно, чтобы на вашу голову падали яблоки, надо еще и самой головой что-то, так сказать, делать для того, чтобы познать мир. На Ньютона упало особое яблоко какое-нибудь, наверное. Особое, да. То, нет, это уже не особое, а единственное. Да. Оба это сорт того яблока, его никто не может назвать. А то это вот есть яблоки, которые упали не на Ньютона, а вот то, что упало на Ньютона, это одно. Вот если бы то яблоко на вас упало, то вы бы открыли. Оно упало на Ньютона, а Ньютон тот, на кого упало то яблоко. Можно и так это изображать. Довольно забавно. Вот такая получается интересная история. И Гегель очень старается вот в разделе о субъективности вот это показать, как-то отвести наше внимание от привычки вот все разделять. Первое, второе, третье. Говорит, как только вы начинаете перечислять, все, конец. Потому что вот все эти вот перечисления, действия с числами, они сюда рождают бездуховность. Тут счет получается. Здесь нету. Как раз наоборот, при отвлечении
при счете вы отвлекаетесь от особенностей этих предметов. Вот вы считаете там спички. Ну, все спички по-разному сделаны. Вы смотрите внимательно. Каждая спичка есть, во-первых, спичка – это средство для того, чтобы зажигать газ или так, костер и так далее. Во-вторых, это она в отдельном, это спичка определенной фабрики. Вот считайте, бывают спички лучше, бывает хуже. Одни, значит, люди, когда чиркают, чертыхаются и ломают эти спички, и вспоминают недобрым словом, кто это произвел и что это за фабрика. Поэтому сейчас стараются как-то куда-то название этого куда-нибудь запрятать, чтобы так просто вас там не проклинали. И, наконец, он зажег одну спичку. Но зажег он одну, а не все, не весь коробок. И тем более не всю фабрику. Поэтому вот вы прошли путь, значит, от всеобщего через особенное к единичному. И вот так они связаны. Если вы берете особенное, оно выступает как всеобщее по отношению к единичному. Правильно? Или более всеобщее, можно так сказать. Вот. А особенное по отношению к всеобщему выступает как единичное. То есть надо только понимать, что как это вот, что значит вы берете? Что значит вы берете? Берете, вы же не хватаете руками эти понятия. Вы каждый раз что делаете? Какое логическое действие вы совершаете? Вы совершаете отрицание. Отрицание всеобщего есть что? Особенное. Отрицание особенного есть что? Единичное. А двойное отрицание что дает? Дает возвращение к тому, что вы вначале отрицали. То есть, поэтому вы получаете не просто единичное, а еще и получаете конкретно всеобщее. Вот у вас есть имя, фамилия и так далее, мы от вас отвлеклись, дескать, вот он человек. А потом мы еще раз отвлеклись от того, какого человека, и вернулись к вам, и оказалось, что у вас есть совершенно определенное, так сказать, конкретно всеобщее содержание. Вот надо понимать, что есть абстрактно всеобщее, есть особенное, когда это недоваренная картошка, когда вы особенность взяли, а так и не дошли до конкретно всеобщее. И, наконец, единичное, как конкретно всеобщее. Вот этим надо всем овладеть. И пока этим вот не овладеешь и это не рассмотришь, переходить к суждениям, которые все развернутые уже понятия, и к умозаключениям, это довольно пустое дело. Почему? Потому что если вы здесь вот не разобрались, если мы здесь не разобрались, то мы это не получим, не поймем содержание. Потому что Гегель говорит, что вот как только вот мы рассмотрим это все движение понятий «я», мы тогда сможем и рассматривать суждение. Ну, например, роза есть растение. Это вот роза и растение – это два предмета? Или то, что растение – это всеобщее в самой розе? А розу вы взяли какую? Всеобщую или особенную? Розу-то вы взяли всеобщую? Или только вот эта роза есть растение, а другие розы не растения? Вот только ту, которую вы схватили, или на которую пал ваш взор, это растение, а другие розы не растения. То есть вот такое растаскивание моментов одного и того же, логическое, на суждение, вот это суждение наличного бытия. Роза есть растение. Рассмотрим розу. Это ее надо отрицать. То есть сказать, а что это такое? То есть у нас недостаточно, так сказать, понимания того, что такое роза, если мы просто схватили. То есть ее надо подвести под какое-то особенное. И вот мы подвели, что роза есть растение. Мы могли бы сказать, что роза это не напиток, а твердое тело. Тоже можно было бы так сказать. Роза это не квас. Но это, как понимаете, квас не является моментом розы. А вот когда говорится о диалектическом движении понятий, то, конечно, надо взять момент самой розы. В самой розе надо обнаружить то, что является всеобщим. Так вот, и роза есть растение, и дуб есть растение, и даже гриб есть растение, но без хлорофилловое. Такое, которое не имеет той особенности всех остальных растений создавать с помощью хлорофилловых зерен и под воздействием солнца, и с помощью той воды и минеральных веществ, которые поступают от корневой системы из земли, создавать белки. А уже живые организмы, животные организмы, не способны создавать белков. Они могут только перерабатывать те белки,
которые создали растения или уже перерабатывают животные белки, то есть потреблять только животных, мясо животных, и вырабатывать высший белок. Так что вот не будем относиться к растениям, так сказать, свысока, потому что растение делает то, что не может делать ни один человек. Вот какая штука интересная. Роза есть растение. Вот вы, значит, должны выделить и отправить направо то, что на самом деле является моментом самой этой розы. А если вы возьмете теперь это растение, так растение, вы его взяли, но растение может быть не только роза, поэтому оно есть отрицание этой розы. Он не только ее утверждение, что роза есть растение, но он ее отрицание. Это может быть и не роза. Растение не обязательно должно быть розой. Если вы перевернете, то так не получается, что любое растение, раз роза есть растение, то что растение есть роза? Нет. И это растение, которое вы в руках держите, это эпичное растение, это роза. Это есть растение, но не любое растение роза. Ну и так далее. То есть, вот как только мы разберемся в вопросе о понятиях, общем, особенном, единичном, после этого мы можем отправиться в путь рассмотрения суждений, вот, а потом уже переходите к умозаключению такого рода, что вот Кай – человек, человек смертен, и вывод умозаключения, значит, и Кай умрет. Правильно? И несмотря на то, что сказать, вот такое печальное вроде бы умозаключение насчет того, что каждый человек, если родился, то он умрет, поскольку Кай – это не просто конкретный Кай, а он конкретный всеобщий человек. И то, что относится к Каю, как к конкретно всеобщему, раз это и всеобщее, относится к любому человеку. То значит, а как стать бессмертным? Такой резонный и актуальный вопрос. А вот как... Для этого надо не забывать, что понятие выражает единство бытия и сущность. Это, как говорит Гегель, еще раз повторю эту замечательную формулу, которая просто является золотой, что понятие – это высказанное единство бытия и сущности. Вот если я скажу это единство бытия и сущности, это будет просто так сказать, вот результат движения сущности. Она движется и снова пришла, восстановила полностью бытие, и теперь через него просвечивает сущность. А вот когда мы имели движение уже в самом объективном мире, и в объективном мире появился человек с понятием, с разумом, и вот тогда он может сказать, что понятие – это высказанное единство бытия и сущности. А высказать можно только то, что повторяется тысячи, десятки тысяч, миллионы, а может быть и миллиарды раз. Вот оно в этом смысле всеобщее. Поэтому все какие-то кривизны определенные, какие-то особые особенности, а потому они и особенности, они тут исчезают. Поэтому всякое понятие вообще, прежде всего, всеобщее. Всякое понятие всеобщее. То есть не все, не является всеобщим все, что есть. Ну, всякое понятие, оно прежде всего всеобщее, но когда вы его применяете, в нем есть обязательные и особенные. Ну, скажем, есть звери, есть виды зверей. А среди видов зверей есть такой вид, как волк. У вас есть всеобщее, особенное и единичное. И вы опять пришли к зверю, но уже к конкретному зверю. Или есть разные животные, а есть животное, которое является общественным, то его сразу это отрицание. Общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И вот это то, что оно трудящееся, выделило, вот с помощью этого особенного привело это животное к тому, что оно стало не просто животным, а животным оно осталось. Оно стало человеком. Вы не можете разнести и сказать, это животное, а это человек. Некоторые говорят, есть животное, есть люди. А что, мы растения, что ли? Как можно так разнести? Мы тоже животные. Вы не можете себя отделить от животного мира никак. Но животные не бессмертные, а люди бессмертны, как люди. Потому что человек есть общественный человек, сущность каждого человека. А сущность у вас какая? Раз вы сказанное, понятие – это сказанное единство бытия и сущности. А вы взяли только бытие. Ну, бытие, оно тленно, конечно. А сущность любого человека в
том числе любого конкретного человека, бессмертна. Почему? Потому что сущность так не бывает единичной, или сущность человека не бывает особенной. Сущность человека всеобщая. А какая всеобщая сущность человека? Сущность человека в том, что он общественный человек. И как общественный человек, каждый индивид вечен. Обратите внимание на употребление слова «индивид». Если я бы сказал индивиду «ум», я бы сдвинулся с позиции понимания человека как всеобщего, любого конкретного человека как всеобщего. И вы человек, и я человек, и все, кто нас смотрит, люди, и все, кто нас не смотрит, тоже люди. Поэтому вы никак не можете уйти от человека, как бы вы ни отрицали эту всеобщность. Все равно это люди. И вот у Маркса есть такое высказывание, что индивидуум – это отдельный, изолированный человек. Это абстракция. Что значит абстракция? Все общественные связи отделили себя от истории человечества и от будущего человечества. И взяли вас. И в этом смысле вы сделали себя не просто смертным, а абсолютно смертным. И наоборот. Вы взяли себя не как индивидуума, а взяли как индивида. И вот Маркс и Энгельс описали в немецкой идеологии, индивиды, производящие в обществе, вот это исходный пункт. Индивиды. Вот соединенные в единое целое, а не индивидуумы. Если я беру себя как индивида, то я с вами вместе. И вы, когда берете себя как индивида, вы с нами. И мы все время с нами. И с нами и Чайковский, с нами и Гоголь, и Гегель, с нами и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин. И они в своих произведениях, в том, что является всеобщим в их деятельности, а не в том, что, так сказать, вот Сталин носил сапоги и курил трубку. Это еще недостаточно. Много людей носят сапоги, много людей курят трубку, и некоторым даже, детям, которые смотрят фильмы про войну, кажется, что это, может, наркоман ходит, курит трубку и говорит: «Хороший у вас план, товарищ Жуков». То есть то, что некоторые, так сказать, по неграмотности воспринимают как единичное, относится ко всеобщему. То есть всеобщее состоит в его делах, деяниях и в его произведениях. А сказать, что кто ел? Ну, что ел Ленин? Вот, вы кто-нибудь изучал это? Я не изучал, но поскольку я прочитал полное собрание сочинений и добросовестно вот такой толщины три книги воспоминания о Ленине, его родственников, и не тех, которые его не знал, а тех, кто его знал. Это родственники и ближайшие соратники. И нигде не нашел, чего он там ел. Никого это ни его не интересовало. Не интересовало это, но то, что он ел, это я твердо могу сказать, поскольку Ленин, он, так сказать, прежде всего человек. И ничто человеческое ему не чуждо. Вот. И, так сказать, как общественное, так сказать, животное, так сказать, хотя это кажется как кощунственно, может, звучит, он, безусловно, потреблял пищу и отправлял естественные надобности. Но не в этом величие Ленина. Или там в воспоминаниях о Марксе и Энгельсе я прочитал, что Маркс и Энгельс выпили красного вина, вот, запьянели, вышли, разбили урну и так далее. Но не в этом величие Маркса и Энгельса. Или там из переписки Маркса и Энгельса мы узнаем, что, значит, Маркс это вечно это курил свою трубку, рассыпал этот табак там и так далее. У него был ералаш на столе. У Ленина никакого ералаша не было. Во-первых, у него не было стола. Во-вторых, у него не было жилья. Где Ленин писал свои произведения? Где-нибудь или на снятых всяких квартирах, каморках, или в какой-нибудь библиотеке. Вот он в библиотеке, то есть садился на велосипед и отправлялся в библиотеку. А вас интересует, что, где он написал это произведение, или что он написал в этом произведении? Кого это, то есть с точки зрения всеобщего, это особенно никого не интересует. А интересует, и Ленин это понимал, что будет написано, а не как. Точно так же, как и кружок. Он будет через скайп, или он будет, сядут вместе люди кругом. Это, так сказать, не так принципиально. А вот что принципиально, тоже эту книгу нужно читать. Потому что еще никто не понял, если он не изучает. Вот. И ты, когда читаешь, то трудно понять. Но особенно трудно понять, когда не читаешь. Вот это я должен
всем участникам заявить, что кто не считает, ему трудно понять. А как понять Гегеля? Что нужно считать? Гегеля нужно считать. Считать нужно науку логики. В свое время меня на это наставил ректор нашего университета, академик Александров Александр Данилович. А я начал читать вот конспект науки логики со своей нынешней женой, с Валентиной Евгеньевной Алексеевой. И мы читали конспект науки логики ленинский. И я все-таки решил обратиться непосредственно к Александрову. Александров был не только академик-геометр, математик известный, а еще и большой философ. У него есть книги по философии, и он читал в актовом зале нашего университета, в колонном зале, читал лекцию по диалектике. А 22 элемента диалектики в конспекте науки логики Гегеля. И зал ломился тогда от народа. Сейчас он ломиться не может, потому что вход сейчас по пропускам. А тогда было советское время, к знаниям пропускали без пропуска. Пропуск. Двери, а это и есть пропуска. Они же пропускают. А вот пропуска, они только тогда пропуска, когда с помощью этих пропусков двери вас пропускают, или охранники вас пропускают. Вы прикладываете пропуск, да, вас пропускать-то вас пропускают не сами эти вот пропуска электронные. Ну и вот после такой большой лекции, поскольку ректор наш читал у нас на матмехе, какие-то занятия вел по математике, и, как я помню, в 88-й аудитории на третьем этаже. Ну, я дождался перерыва, выходит он с такой бородой большой. Я спрашиваю, Александр Данилович, он, можно вопрос? Пожалуйста. Обычно там была маленькая коморка преподавательская, но туда никто не ходил, поэтому студенты и преподаватели, они общались, вот решали задачи, обсуждали. Так какой вопрос? А вот как изучать науку логики Гегеля, я спросил у Александрова. По конспекту Ленина? Вот так на меня посмотрел, грозно посмотрел, с какой-то злостью такой. Говорит, Гегеля надо читать, как рявкнет на меня. И я вот до сих пор читаю Гегеля, и вам тоже самое советую. Вот, потому что людей, которые поняли науку логики, не так много. Их число растет. Вы даже можете посмотреть число просмотров вот, кружка науки логики Гегеля. Есть и другие люди, которые разбираются в этом и расширяются в связи с работой Красного университета, в связи с деятельностью по изучению диалектики в Рабочей партии России и так далее. Круг все время расширяется. Это уже не кружок любителей гегелевской диалектики. Это, ну, уже, так сказать, круг любителей гегелевской диалектики. Но дальше там за кругом, я уж не знаю, шар, что ли, будет? Но это если он земной шар охватит. Во всяком случае, у нас есть такие участники, которые нас с нами по электронной почте переписываются с других континентов. Иногда я получаю такие письма и отвечаю на них. Поэтому дело идет к созданию круга и шара любителей гегелевской диалектики. Дело-то не в том, что это особые какие-то любители, а это те люди, которые изучают ради истины. А что такое истина? И вот в этом разделе, который у нас сегодня является предметом рассмотрения, Гегель все время поправляет Канта и других. Не путайте вы вопрос об истине с вопросом о понятии. Потому что понятие – это одно, а истина – это соответствие понятия с предметом. А, соответственно, и предмета с понятием. Причем вот дальше Гегель собирается это разворачивать в следующем разделе, который после субъективности идет, который называется «Идея». Там же идет о чем речь. У вас есть идея в голове? Идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Это предвосхищение будущего результата. Причем предвосхищение не такое, что вот вам в голову втемяшилось, а вот хорошо бы построить бы на одной ноге, так сказать, на одной куриной ножке 12-этажный дом. Ну, может быть, сейчас это и можно построить, если очень толстую взять ногу. Потому что, вот, скажем, как строили у нас 464 метров башню в Лахте. Тот, кто мимо ездит, а я ездил все время, я знаю, как ее строили. Сначала такую наращивали столб бетонный, железобетонный, мощный, который глубоко-глубоко ушел в землю,
и поднимался наверх. И по мере, так сказать, этого движения этого столба начинались постройки, связанные с этим столбом. То есть, а в основе всего стоит эта вот единая куриная нога. Ну, правда, вот этих там нету лап. Зато там внизу такие постройки, не поймешь там, что это такое. Ну, вот если смотреть их со стороны западного скоростного диаметра, они похожи на яхту и на парус. А, это башня на парус. Но вот она говорит о том, что можно вот взять один стержень и к нему все привязать. Так вот, чем отличается понятие от истины? Понятие – это высказанное единство бытия и сущность. Высказанное. И пока вы не высказали, пока нет человека, никаких понятий нету. Но для идеалистов нет таких препятствий. Идеалисты могут говорить о понятиях, которые высказал Бог. Зачем человек, если есть Бог? Правильно? Или если нет Бога, есть абсолютная идея у Гегеля. Ну так абсолютная идея может породить эти понятия. Поэтому он спокойно поставил в качестве первой главы в этой третьей книге «Науки логики» субъективность. А мы, так сказать, несмотря на то, что мы не можем поменять саму книгу, а вот рассматривать и читать в каком порядке, это уже наше дело. И потому что мы занимаемся не просто чтением. Другой раз прочитали, два прочитали, три прочитали, а мы занимаемся штудированием. А что говорил Ленин про штудирование? То есть возвращаемся к тексту, обдумываем, обсуждаем и пытаемся докопаться до истины. То есть пытаемся понять. А что значит понять? Понять значит выразить в понятиях и больше ничего. Понять значит выразить понятие. А истина что такое? А это уже следующий раздел. Истина – это соответствие понятия объекту. Если у вас то, что вы говорите, соответствует объекту, это значит у вас истинное понимание этого объекта, истинное понятие об этом объекте. А если нет, то и нет. И, но есть другое. Вот до этого-то люди дошли и без Гегеля. А Гегель, вот, в чем его величие и слава ему, сказать, не зря поют люди, сказать, которые выступают за прогресс, что у него разработаны понятия и истины в другом смысле, соответствие объекта понятию. Вот если вы выработали научное понятие переустройства мира, сформулировали его как что? Как идею. Как то, что должно реализоваться. Вот в соответствии с разделом телеологии, почему вот мы в нашем обучении будем сначала, ведь когда будем доберемся до идеи, сначала начнем с телеологии, потому что она у него забежала, у Гегеля в жизнь. Ну, она вот забежала, потому что эта третья, так сказать, часть, она не очень проработана у Гегеля, или, вернее, она проработана больше с позиции объективного идеализма. А нам надо ее проработать с позиции исторического материализма и диалектического материализма. Ну вот, значит, телеология. А что такое телеология? Телеология – это наука о постановке и реализации целей. Так если вы поставили цель, цель может быть истинная и неистинная. Истинная цель – это такая, которая может быть реализована. То есть вы изучили настолько действительность, что можете ее преобразовать. И изучили возможности свои и средства, с помощью которых вы будете. А средства – это средний термин, который вы ставите между собой и природой, когда преобразовываете, или обществом преобразовываете ее. Как средством преобразования, скажем, строительства и создания полного коммунизма является диктатура пролетариата. Нет диктатуры пролетариата, нет этого средства. И тогда не может быть никакого полного коммунизма. Поэтому зачем бороться против полного коммунизма? Надо кричать за коммунизм, а просто убрать средства, убрать диктатуру пролетариата. Что сделал Хрущев со своей хунтой. И они тем самым разрушили социализм в СССР. А другие люди не разбирались в этом, не знали. Поэтому могут сказать люди, что вот мы сидим с вами и занимаемся. У людей пандемия, конечно, такая, а вы изучаете вопросы отвлеченные, о понятии, об истине. Ну, потому что если вы не будете это изучать и понимать, вы не будете правильно ставить истину, ставить проблемы и истинно их разрешать. А следовательно, так сказать, не будете иметь соответствующего успеха. Так вот, истина во втором смысле это соответствие уже
объекта понятия. Вы должны построить такой дом, который был запроектирован. Вот как вы думаете, вот Смольный собор, красавец, красивейшее здание, я думаю, самое красивое здание в Петербурге. Он как, сначала был в идее, да, то есть сначала он был проект, и расстреляли его, всех, все его помещения, и все этажи, и все колонны, и все башенки сначала нарисовал, начертил, а потом только, после того, как было это утверждено, потом только средства не выделяют на то, что не начерчено, на то, что не разработано как понятие. И потом это разработано было уже не как понятие, а потом было построено. И говорят, расстреляли, построил Смольный собор. Ну, я думаю, одному тяжело ему было бы строить. Ну, как бы было принято тогда рабочих не в счет считать. И сейчас их тоже не особенно считают, потому что говорят, что всем нужно, значит, на удаленке работать, кроме тех, кто непосредственно создает материальные блага и создает основу вообще нашего существования. Они все на приближенке. Вот у нас рядом есть садик, а в нем есть озеро небольшое. А на берегу этого озера специально, чтобы был дом дороже, строится огромное 20-этажное здание. И там непрерывно идут работы, хотя это дом для особо богатых. Никакой срочности в том, чтобы его построить, нету. Вот. И никто, так сказать, не думает о том, как защитить этих самых рабочих. Они на свежем воздухе там работают, но на удаленке только два человека, два машиниста башенных кранов. Они 15 минут только подниматься надо на самый верх. Вот эти там стоят. Но это вот дело дальнейшего. То есть, каковы перспективы работы нашего кружка в следующем полугодии, поскольку вот это вот сегодняшнее занятие, это последнее занятие в этом учебном году, и мы начнем с этого же, с понятия, то есть с субъективности. Начнем занятие в новом учебном году, 2020-2021. Ну, я думаю, что мы вот в следующем году завершим, доведем до конца. Вот такое вот обсуждение основных категорий науки, логики Гегеля, и тогда у нас будет открытый ворота к тому, чтобы подумать, что из того, что мы изучили, или, как говорят, прошли, а слово «прошли» очень хорошее, оно как бы отмечает, что мы уже и видели, а в то же время и пропустили. Как говорят иногда, давайте я просмотрю эту книгу. Что значит просмотреть? С одной стороны, увидеть и ухватить, а с другой стороны, пропустить. Вот нам нужно будет подумать о дальнейшем. Ну, во всяком случае, на год нам изучение понятий, я думаю, вполне хватит. И если мы печалимся, что а вдруг вот нам нечего будет изучать, то я думаю, печалимся мы рано. Я еще не встретил ни одного человека и сам не отношусь к таковым, который бы сказал, я все понял в науке логики Гегеля. Так что, а вот продвигаться и приближаться к пониманию никто нам не мешает, потому что движение научное состоит в том, чтобы двигаться к истине. Значит, это требует от нас, от всех, большой самостоятельной работы. Все у нас с вами есть. Вот есть, можно сказать, подспорье в смысле книг, есть подспорье в смысле вот, занятий кружка, есть все занятия записаны и выложены на видеоканале Фонда Рабочей Академии, благодаря такой большой деятельности Сергея Викторовича Тюленева, которая не так просто, это дается все. Надо позже ложиться и раньше вставать, тогда больше сделаешь. Приходится этим заниматься. Вот, поэтому надо понимать, что это вот большая коллективная работа, и результат этой коллективной работы – это та деятельность по применению науки, и диалектики, которые, как мы знаем, совершенно необходимы. И это деятельность и Фонда Рабочей Академии, и Рабочей партии России, и это деятельность любого просвещенного человека, который стоит на позициях истины, а не на позиции лжи, искажения, действительности и обмана. Желаю вам успеха в том, чтобы вы за вот время, то, что называется каникулами, вот, изучили еще раз, а может быть и перечитали, и не раз, и не два, а может быть и всю книгу.
для того, чтобы вы были готовы к такому решающему куску, чтобы в следующем учебном году нам первый раз дойти до конца в изучении науки логики Гегеля. Спасибо за внимание. Успехов!